Мама, я поел. Всем привет, меня зовут Артур, канал «Мама, я поел». У нас наконец-то последнее видео в этой неделе, которое замыкает нашу недельную TikTok-фантазию. Короче, вот так. Если вам нравится, то подсказка сейчас здесь вылезает, если вы не видели предыдущее видео, прямо на плейлист. По-моему, можно сделать в YouTube плейлист будет с TikTok-ом, то есть где мы проверяем рецепты и еды и прочего. Если вам нравится, лайки ставьте, пишите в комментарии. Да, плюс мы будем, делать такие видосы. У нас сегодня последний видос. Этот коктейль набрал 10 тысяч лайков. Называется он «Черная кровь». На самом деле он делается с ягером, но у нас и в рецепте, в принципе, идет бугульма. Бугульма — это вкус детства, это воспоминания, это вообще невероятные вещи. Да, золотые были времена. Потому что бугульму я пил в лет... Мам, закрой уши. Лет в 13. Мы против алкоголя, и такого делать нельзя. Но мы пили его с кока-колой. Поэтому предлагаю собирать коктейль. Он у нас шейкуется. Несмотря на то, что у нас спрайт, меня это поразило. Я немножко в охуях. Я не в ахуе, я в трихуе, пацаны. Потому что мы будем сейчас шейковать спрайт, и весь газ выйдет из него. Мы накидываем сразу в шейкер побольше льда. Потому что мне братишка один написал, что... Мало льда кладешь. Вот, и начинаем собирать. У нас идет 50 миллилитров бугульмы, потому что она у нас... Ну, я, в принципе, взял немного, потому что, ну, вряд ли куда-то еще пойдет. Что у нас бугульма? Это вообще битером, в принципе, не считается. Горький ликер вообще советуют наливать. Так, тридцатка и чуть-чуть не доливая. Полтишка, получается, бугульмы. Блю Курасао. Двадцаточка залетает у нас вот сюда сразу. Борщить не будем, лучше не долить, потому что предыдущий коктейль, кто смотрел, чуть-чуть больше сиропа наливаешь, и этот, приторным становится коктейль, пить невозможно, на горле начинает оседать. Не слишком приятное ощущение. И спрайт из параллельной вселенной, из вселенной GTA, бля. Сюда 200, короче, идет сразу. Эть. Две соточки, это у нас... Ну, джиггер, конечно, маленький. 30. 60. 90. 120. 150. Бля, математику повторяем. 180. Все вместе! 180. 210. Ну, на 10 миллилитров больше. Ладно, будет посвежее. Может, не так сильно и... Иди нахуй. Не закрываешься. Твои проблемы. Сильно придерживаем крышку, если у вас такой же шейкер. Если вы не видели, как я засрал кухню, подсказка у нас вот здесь. На коктейль Milky Way. Да, вот, пожалуйста. Все, пизда. Я знала, что так будет! Я знала, что так будет! А это логично. Он подтравливает. Как его? Видео написано, энергично шейкуем. Бля, это же логично, что его выбьет нахуй. Пизду, трубкой перемешиваем, короче. Жесть, блядь, все нахуй сладко, бля. Ну, бля! Все засрал, блядь, а. Пахнет, блядь, каким-то этим. Нет, не по... этот, лекарством. И переливаем, получается. Короче, говорят, что он сначала зеленый, но нужно ему дать постоять, и он становится черным. Ну, пока это какая-то болотная ересь, блядь. Ну, давайте дадим ему пару минут постоять и вернемся. Мама, я поел. Мы дали постоять этому коктейлю пару минут. Ну, если честно, мне просто у меня тут свет, и на просвет он вообще зеленый. Я не знаю, на кадре тоже зеленым он выглядит? Ну, это просто постная хуйня какая-то, блядь. Нихуя не черная кровь, но давайте хотя бы попробуем. Вообще... На самом деле, ебаное говно, что, блядь, спрайт шейковать. Ну, братик, ты въебанный. Конечно, они шейкуют, бля, вы видели в чем? Там половина, сука, бичей в этом, блядь, тиктоке ебаном сидит, нахуй. У них даже, сука, шейкера нет, блядь. Купи шейкер, блядь, 500 рублей стоит. Попробуй шейкани, ты охуеешь. На такой позитивной ноте мы пробуем коктейль. Ну... Чуть-чуть лекарства, чуть-чуть трава. Но он, в принципе, свежий, прикольный. Его лимончиком бы разбодяжить. Будет охуительно.
Короче, рецепт говно, повторять не советую. Но если очень хочется, можете попробовать, если у вас дома бугульма есть. Или ягер. Но спрайт шейковать не надо, его не билом, его надо готовить стир. Метод есть стир, это когда вы грузите в бокал, перемешали ложечкой и перелили, чтобы газы не вышли у вас оттуда. Даже это билдом можно, наверное, приготовить и в легкую коктейльной ложечкой поднять. В общем, всем спасибо большое за просмотр. С вами был Артур, канал «Мама, я поел». Кайфуем, бухаем, отдыхаем. Короче, все. Всех обнял, приподнял. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Пиздец. Когда залпом два коктейля всаживаешь, начинает какую-то хрень происходить.